Він любить Кіровоградщину безмежно. Для нього Кропивницький – це місто, в якому варто жити, розвиватись, надихатись, танцювати і перемагати. Кожного разу, коли він приїздить до Кропивницького, він співає гімн міста. Адже він вже увійшов в історію. Сьогодні в «Ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Народний депутат України, патріот Кіровоградщини Сергій Ларін. Я вітаю вас, давайте. Як ваш настрій сьогодні? Настрій мене завжди нормально робочий. Чим ви займаєтесь зараз? Як вирує ваше життя після губернаторства в Кропивницькому на Кіровоградщині? Ось це дуже хороше слово, ви сказали, вирує, так? Да? У мене вирує життя постійно, я вже не пам'ятаю, коли воно не вирувало, да? Правильно українською мовою? Так, тому так. Є таке хороше вираження, або пословиця по-русски, дураков робота любить. От мене робота любить конкретно, тому ми з нею йдемо рука об руку, нога об ногу вже багато десятиліть. Тому мені не скучно в цьому відношенні. Всегда багато робот, хлопот по Верховній Раді, по рідній Кіровоградщині, по партійній лінії і так далі, і так далі. Поэтому в Русі? Скучать, да, в движении, постоянно в каком-то движении. Ну, движение – это жизнь. Мобілес і мобілі, так, по-моєму, по латині звучить. Які плани до Нового року, які амбіції? Ну, смотрите, плани, ми не будемо касатися, що зараз йде політична така серйозна, ми це відходимо в сторону. Мені кажется, мої плани, вони такі ж, як і у більшості населення зараз, у людей України. Це здоров'я. Мої плани – це моє здоров'я, здоров'я близьких, здоров'я моїх людей, які працюють на роботі. І взагалі, щоб максимальне кількість людей було здоровим. Тому що ситуація, к сожалению, вона не оптимістична, не оптимістична в плані коронавірусу, я маю в виду. Тому для кожного людина найголовніше – це здоров'я і життя. Я бажаю всім здоров'я. І от я переживаю більше всього, щоб все було все хорошо. А от ви міри захисту, які застосовуєте зараз? Ну, смотрите, я всім, ну, починаю з весни, я достатньо жестковато, я би сказав, придержуюсь мер защиты. Я був на самокарантині или на самоізоляції почти 3 місяці і дійсно ні з ким не общався. Хоча тоді весною, скажімо так, це були ще листочки, цвіточки будуть зараз, да. И если говорить на эту тему, да, то есть вот мы поздоровались так, у меня в кармане всегда это брызгалка. Але ще прийшли ви також в масці, и вся маски, наша команда, да, також в масці. И я все встречи провожу в масках, и все, кто заходит ко мне в кабинет, и они смеются, многие, а те, потом, которые смеялись, серьезно потом заболевали. Причем не только сами, а семьями. Вот я общаюсь каждый день со многими своими друзьями, людьми, и ужасаюсь тому, как много людей, моих друзей, заболело. Причем многие заболели достаточно серьезно, и вот уже там 2-3 недели болеют. Ну, дай Боже, все будет добре с нашими рідними, с вами. Я думаю, тренд в этом году и в начале следующего должен быть это здоровье. С 2007 року ви розпочали свій новий етап свого життя, скажімо, на Кіровоградщині. Коли ви приїхали, що вас здивувало в найбільш позитивному плані і навпаки, що засмутило? Що хотілося змінити? Ну так, це була моя ізначально ссылка в 2007 году. Я тоді працював в центральному штабі. І мене вбрали з центрального штабу і відправили туди. Але, як виявилося, це така була хороша, щаслива штука. На самом деле, да, как говорят. И вот вы очень хороший вопрос вы задали, да, что позитивного и что негативного, да, что бросил, вот приезжаешь какой-то в город, да, или в область куда-то, и тебе сразу, ну, какие-то первые впечатления, да. Первое впечатление позитивное, мне очень нравятся небольшие города. Я сам вырос в небольшом городе, и мне мегаполисы не нравятся. У меня в жизни хватает движения так, что мне это движение вокруг, оно меня немного раздражает. Поэтому это, что было позитивно, я как бы попал в родную стихию, отличный такой провинциальный город, это the best, как говорится. А что негативно попало, мы не поняли, а команда была, как бы часть команды значительно не кировоградская, и мы спрашивали, вот скажите, пожалуйста, у кировоградцев, ну, за столом, там, даже сидя, выпивая, да,
А вот скажите, вот чем вы гордитесь? Да, вот я, мы там с такого-то края, мы гордимся, да, тем-то, тем-то. А вы чем? И никто не мог сказать. То есть не было такого, ну, скажем, события, тренда или еще чего-то, чем бы люди могли гордиться. Ну, можно было говорить о театре, можно было говорить о чем. Но все равно это было, скажем так, не раскрученная штука. А большинство людей говорило, или там не большинство, а некоторые говорили, что ну вот у нас самая высокая заболеваемость, онкозаболеваемость. Ну, то есть чем мы отличаемся от Кировоградской области? И тогда еще, в 2007 году, ну, меня это, як українською мовою краще буде, вразило. Вразило те, що і ми між собою, не кіровоградці, спілкувалися і говорили, ну, ну як так, ну нічого немає. Ну, ну шкода. Тобто, ну, ми живемо в провінції, ми живемо в такому бідному краї, хоча не бідний край, да? І от у нас там, от, от так, да? От, і от це у мене якийсь був такий внутрішній, от він якби, що там зарождалось внутрі, а потім уже в 10-му году це виплеснулось і в 11-му во всі ці наші, так сказати, проєкти. Фонтанірувало, да, проєктами. Ви згадали за команду. Дійсно, от я пам'ятаю період, коли просто люди говорили, іде команда Ларіна. Всі їх знали. Як ви створювали її? Ну, смотрите, ну, во-первых, була часть людей, которые много лет были до этого, да, со мной. И потом много очень людей, кировоградцев, влилось в эту команду. Самое главное, ну, сами люди подтягивались в команду, те, которые хотели жить, ну, по нормальным правилам, да? Ну, меня назначили губернатором, и я же не стал отбирать ни бизнесмена, ни заниматься тем нехорошими делами, чем там некоторые коллеги грешили, и вот сейчас вот еще один согрешил, да? Вот, поэтому и подтягивались те люди, которые искренне хотели, и я, и уже команда вся хотела развивать искренне Кировоградщину, чтобы Кировоградщина была действительно там продвинутым регионом. И поэтому люди подтягивались. И было очень много людей, которые и киевляне, и кировоградцы, из других, из Донбасса, из других регионов. Они, знаете, как тотожные притягиваются к тотожному. От ви приїхали на Кіровоградщину, я зрозуміла, що у вас просто з'явився цей стержень змінити там все, покращити. Зробити щось, щоб залишились гарні враження, так, після того, як, наприклад, хтось від'їжджає звідти. Ті ж самі проєкти «Майдан», «Купуй Кіровоградське», «Театр Кропивницького», так, «Реконструкція». Що ви планували ще зробити? Що, зрештою, зробили і що ще хотілося б зробити? Ну, от, смотрите, от є три моменти, які мене, ну, серйозно подвигли на що таке, щоб Кіровоградщина дійсно зазвучала на рівні України. Перший я вам сказав, да? Тобто мені було непонятно, чому там у кіровоградців нет гордості за щось. Второй – это был такой, как бы, я им говорил, они там, были же скепсис. Я вот смотрю иногда кадры, когда меня назначали, такой скептицизм в глазах людей. И я видел, что я не очень-то хорошо выступал, еще не зная до конца. Хотя посылы были правильные, там, зашить карманы, мы должны быть там центральным регионом и так далее. Но я всегда был лучший. Я был в классе лучший, я был там, мы в спорте лучший. Перфекционист. Да, я был там, я все, что я брался, я всегда делал лучше других там. В городе, потом в области, потом в Украине. Так я всем говорю, ребята, у вас выбора другого нет, мы будем лучше, потому что я не привык пасти задних. И еще один момент я хочу вспомнить. Валентину Семеновну, нашу берегиню калинового спива, и когда был первый калиновый спив, я помню, мы, это было буквально там моего губернаторства, не знаю, наверное, 3 недели, может быть, да, это было в начале мая, по-моему, да, после 9-го. И мы вяжем эти на сцене, а я еще не понимаю, кто она, ну, я еще, ну, плохо ориентируюсь. Знаем это, слышал. Да, и она, мы вяжем эти на сцене, это, и она мне говорит, Сергей Миколаевич, залишайтесь у нас, вы такие молодые, вы такие, ну, она говорила, что вы другой, вы инший. И она сказала те слова, которые мне серьезно запали. И многие люди льстили. А вот, вот такое, вот такое. А это было не лесть, это были слова, которые мне тоже упали в голову. И они очень сильно повлияли на, потом, на то, что я должен быть, вот, должен быть другим. Не такой, как были до этого. И вот, ну, если брать уже так системно, да, первое, конечно, это было... Я увидел, что
нет связи между властью и людьми. И родилась идея этой горячей линии. Да? Не, поверьте, все чиновники были против. Ну вы что? Но она заработала, и до сих пор, я думаю, это такой тренд, что действительно, хочу рассказать... До сих пор горячая линия Ларина. Да, но я вам хочу сказать, что ну, она реально работала. Я вам хочу один случай рассказать, когда мы были в Майданск, надо было там отсыпать дорогу, и мы идем там, я Шаталов, Колодяжный, и Колодяжный говорит, надо отсыпать дорогу. А Шаталов говорит, слушай, позвони на горячую линию. Он позвонил, и отсыпали дорогу буквально там на следующий день. Працюю, працювала при нами. Вот. Второе, это не было программы развития. Вот программа «Центральный регион» тоже. Чиновники были против. Это невозможно. И мы пошли тогда с ней на выборы в 2010 году. Действительно собрали, эта книга, она у меня на столе. До сих пор, как подарок, это лучшей программы не было и, наверное, не будет, потому что люди вообще недопонимают, что это такое. И третья программа – это большая, это «Купуй Кировоградская». Потому что у нас, я когда поездил, я помню, был на одном предприятии, и они там производят гречку, все. Я говорю, слушай, а чего в магазинах нет? А нас не пускают. И я говорю, все, поехали, значит, «Купуй Кировоградская», и мы сделали этот мультибренд. Ну, я уже не говорю о тех проектах, как там Светло-Кировоградщина, где тысячи светлоточек, Зирка памяти, дитячие спортивные майданчики и так далее, их было еще 10 подпрограмм, которые мы успешно сделали. Ну и все равно должен быть какой-то был прорыв. Прорыв, это, конечно, стал Майданск. Майданск. Да, когда это было, когда были вот такие слезы после победы, когда мы приложили столько усилий, благодаря и Саше Лещенко. Ну, конечно, без него бы ничего не было, но и у него без нас тоже ничего не было, потому что мы все это сделали, и действительно Кировоградщина тогда услышали, она зазвучала на всю страну. Він згадував это вас было... в интервью. Не, ну, еще б не згадав, конечно. Это, я считаю... Ще б не згадав, так. Я его считаю уникальным человеком, это о нем отдельную передачу можно сделать. Мы обещали, сделали с ним шоу, потом сделали школу вместе, мы подыскали помещение, она до сих пор уже работает сколько лет, уже 9, наверное, да, поэтому... Як вам зараз, Кропивницкий? Ну, зараз мені на Кропивницькій, знаєте. От ми возвращаємося, я говорю, Кіровоградщина. От Кіровоградщина возвращається от туди, обратно. От ми бідні, ми такі, ну, нет успіху, нет прорыва, не звучить Кіровоградщина. Ну, звучить зараз, дійсно, менше всього. Я прочитав сводку там на Кіровоградщині нових больних коронавірусом. Хоча больниці забиті, я знаю, везде, по всій країні. Ну, нет этого прорыва. Мне это обидно, честно говоря. Должны быть... Це залежить від влади чи від населення? Нет, смотрите, должны быть драйвери. Должны быть, хто двигає. Ну, невозможно. Ну, допустим, ну, возьмем любую программу, да, там горячая линия, центральный регион, Кубикер. Без контроля власти ничего не будет. Без того, что люди будут видеть, что человек делает и не для того, чтобы набить свой карман, а делает для этого, все с удовольствием будут помогать. Ну, естественно, четкие планы, проекты, принятие решений и контроль. Все это все работает. Вообще ничего нового нет. Но должен кто-то двигать. Если никто не будет двигать, ну, я как-то посижу там год, два, три и ничего и так далее. То есть человек должен двигаться. Для этого руководители существуют. Для этого руководители, они назначаются. Не муму, который мычит куда-то, да, а должен двигать и болеть за регион. Тоже за театр вы сказали. Кстати, завтра 8 лет как театр. Вы сказали реконструкция, это по сути была новая стройка. Так. Это была новая стройка, это было невозможно сделать. Не могу не сказать Николай Иванович Москаленко, который нас убеждал, и меня, Андрей Николаенко, что мы построим. Будем считать, что он убедил. Я каждые выходные, когда ходил, гулял, я туда заходил, смотрел, спрашивал, что надо. Это я о контроле, да, и о власти. Что должен делать, да, что вам надо помочь, что это. Конечно, это был большой риск, но вот есть чем сегодня гордиться, да. Но это было 8 лет назад, давайте чем-то... будем делать, что еще что-то надо сделать, чем будем гордиться. Каждый год надо что-то делать, чтобы вот. Ой, так хочется и про политику с вами поговорить, але не буду. После выборов. Добре. Справи всі йдуть на лад, їду я в Кіровоград. От це теж, це ж була фішка. Це взагалі окремий Слушай, проєкт. Я вважаю, да, ну, как бы к этому я имею отношение тоже опосередковано. Приїхав Кувалдін к своїм друзям, ми познайомились.
классный прорывной парень. Вот. И возникла эта идея, давайте напишем какую-то песню «Кировград». Но я считаю, что это шедевр. Ну, честно. У меня там один коллега, не буду называть, с другой области. Ой, я хочу такое. Ну, он написал для другого региона песню. Но это не та песня. Это обыкновенная песня, как это гимны пишут. Это же круто. Это драйв. Ну, это вы что-то, сами конечно. Спеваете? Не, ну это с удовольствием. Ну, я пою песни, те, которые мне нравятся. Она мне натурально нравится. Ну, это ж надо было такое придумать. Згадуєте, так, часто? Ну, що, я згадую, я її... Що згадую, я співаю. Пою її, так, звісно, з великим удовольствием. Правда, що ви вмієте грати на клавішних? Ну, що ж, правда. Я не тільки на клавішних вмію грати, я і граю на гітарі, і... Пою, і на чому-то другому можу, там, да, і жонглірую, і що там, да, і ще багато чого можу. Я так зрозуміла, ви не можете всидіти на місці просто. Ні, абсолютно, да, звісно. Да. А коли почали грати? На гітарі я почав. У мене взагалі вся сім'я співуча. Як скільки пам'ятаю, мама, папа пели. У мене сестра провчилась там 6 лет или 7 лет в музикальній школі. У моєго брата старшого абсолютний слух. Вот он не учился, он сам научился играть на этом, собственно, он меня научил. А потом я, когда начал играть на гитаре, то есть я не умею играть на клавишных, как по нотам, я играю аккордами. Ну, это вполне достойно, когда там... Компания. А когда крайний раз брали гитару, чи на клавишных? Ну, гитару я вот хочу новую песню сейчас выучить. Никольского нашел «Прошедший день», классная песня, с таким, со смыслом хорошим. Вот ее сейчас вот на гитаре разучиваю. Я записываю на фоно, потом включаю, оно играет, а потом я на гитаре. И... «Машина времени». Что вас повязує с цією группой? Чому ви її саме любите? Нет, ну смотрите, это как раз... ну, нельзя сказать, что там «Машина времени» и все. Да, я очень люблю «Машину времени», очень люблю... очень много песен люблю из «Машины времени». Был первый раз на «Машине времени» на концерте в 1980 году. Потом сколько раз загалом были в них на концертах? 3 или 4 был, наверное. Вот когда они приезжали в Донецк, я был там, потом я был в Киеве в 13 году, кстати, или в 14 был последний раз. Но потом политика все это вмешивается, и артисты должны, а не петь, а не заниматься. Поэтому я имею в виду, что... Песни были другие. Мне нравится не только «Машина», мне 70-е нравятся. Там «Самоцветы», «Леся песни», «Веселые ребята», там, где «Клен шумит», моя любимая песня. То есть хорошая, но это было новое. «Машина времени», «Аракс», «Воскресенье» — это были песни со смыслом. Мне нравятся песни со смыслом. А вот зараз украинские гурты подобаются? Я вообще в этом плане ортодокс. Я всегда, у меня везде звучит музыка, и у меня целая подборка. У меня одна моя хорошая... хороший мой человек и друг близкий. Когда первое назвали меня меломаном, да, я, ну и правда, я меломан, да. Вот, поэтому у меня везде звучит музыка, она это, в основном это 80-е, 90-е. А вот какая песня могла бы вас охарактеризовать? Я думаю, «Костер». Я ее всем посвящаю, своим друзьям, есть такая песня. «Все отболит и мудренько». «Еще не все дорешено». То есть... Кто спевает? «Машина времени». «Машина, да». Вот, это песня о тех людях, которые могут себя ради других, ну, жечь, запалить и так далее. Там очень хорошие слова. Я знаю, что вы были начебто против переименования на Кропивницкий. Чего начебто против? Ну, это уже, знаете, хочу почути вашу думку с этого привода, я не могу стверджувати. Как вы пережили это переименование? Ну, еще я пережил очень плохо, потому что, ну, смотрите, дело же не абсолютно не в названии Кропивницкий. Дело в том, что названия городов должны определять сами жители города. И вы, наверное, знаете или не знаете, но абсолютное большинство людей, я только пришел губернатором, была инициативная группа по переименованию город в Елисаветград. Я не знаю, к чему там увязывают к Елизавете или еще чего-то. Это же город был основан на крепости Святой Елисаветы. Это же не было город, был крепость Святой Елисаветы. И естественно, что Елисаветград, потом название города, это же... Ну, меня назвали Сергеем, да? Вот. А пришел тренд, там, генеральный секретарь там, или Брежнев, да, меня назвали, переименовали в Леонида, потом стал Сталиным, Иосифом, там, потом стал Зеленский, Владимиром назвали. Ну, это же неправильно. Есть название города при рождении, и это Елисаветград. Я за то, чтобы жители города пришли в урны, бросили... Кстати, был опрошен референдум в 2015 году, и большинство высказалось «да». Все дело в судах сейчас.
Мы судимся, и завтра еще один суд будет, будет уже Высшая палата административного суда. Ну, вы все ж за то, чтобы повернули нас? Я нет. Я за то, чтобы жители на референдуме определили... Чтобы был референдум. Да, конечно. Щоб жителі определили, а Верховна Рада потім підтвердила. От ви за це. А от не вважаєте, що це болюче питання для кропивничан зараз? Тому що люди вже звикають знову ж таки до нової назви і потім знову... Ну, от смотрите, люди звикли до Кіровограда. Да, коли мені говорили, що там сатрап, він не був ніколи в Кіровограді і все остальное. Але ніхто ні себе із кіровоградців не асоціював з Кіровом. Це вже стало як нарицательне ім'я, да, назва. Кіровоград. Я родився в Кіровограді. Вот. Точно так же, як і зараз же є Кіровоградська область, да? Зв'язана з Кіровом. Нічого ніхто не умер. Кропивницький, да? Але Кіровоградщина. Ну так, да, ну це ж, ну, це нонсенс. Пожалуйста, перейменуйте область. Да? Ну ніхто ж не хоче перейменувати, вірніше, не можуть перейменувати, тому що не проголосують 300 депутатів. А це треба Конституцію змінити. Зміни в Конституцію. Да, поэтому, значить, що-то не то. Поэтому жители должны определить, и Верховная Рада должна с этим смириться. Я только за это. Как до вашего переезда дружина отнеслась? Ну, это же работа. Это работа, и это было необходимость. Она с вами переехала? Нет, у нас были дети, как раз заканчивали школу и поступали в институт. Как раз такой период, когда она была присматривать, скажем так. Яким це був період тут в особистому плані? Важкий? Чи все ж це сприймається як робота, і вона звикла до такого ритму? Один, ну, для мене це було, коли-то сказав один чоловік, це як раб на галерах. От у мене, я утром рано, я же жив во дворі адміністрації, я переходив там 50 метрів в адміністрацію, і там 12 ночі або позже виходив назад. От у мене от це було... Ну, понятно, что выезды были куда-то, но это было достаточно тяжелое время, все это прекрасно знают, что окна у меня горели, они выходили на площадь, и у меня все встречи были поздно вечером, потому что днем невозможно проводить встречи. Это была достаточно тяжелая работа, но это работа, которая доставляла удовольствие. Это была лучшая моя работа за всю жизнь, потому что мы... Знаете, плюнул, там травка выросла, там, значит, ведром раз, дерево. То есть все расцветало, все росло. Было приятно смотреть, когда мне премьер-министр тогда говорит, ну, Сергей, я понимаю, мы с ним были в хороших отношениях. Ты Кировоградщина? Я говорю, вот такой регион, богатый, отлично все. Это можно говорить, а мы бедни, а сам, знаете. А не было такого відчуття, что заради успеху и развитку Кировоградщины вы пожертвовали родиною? Смотрите, это же вы же берете мой промежуток времени, там, 3 года, да, когда так, у меня не было. Так. Это же у меня вся жизнь такая. У меня не было много десятилетий, у меня не было выходных, у меня суббота – это рабочий день, полвоскресенье и так далее. Есть хорошая такая поговорка, когда одного человека очень богатого пригласили в школу, который выпускался, и спросили, посоветуйте вот нам, что надо сделать, чтобы быть успешными. Он говорит, слушайте, работайте по полдня каждый день, и вы будете успешными. И неважно, это будет первые 12 часов суток или вторые 12 часов суток. Вот и все. Нет ни одного успешного человека, который бы лежал на кровати целыми днями и стал успешным, богатым или еще. Ну, я маю на увазі те, що, наприклад, діти знаходились в іншому місці, і, можливо, ви бачились рідко. Они и так меня редко видели, только на выходные. Поэтому я через неделю приезжал. Ну, конечно, жалею. Но с другой стороны, а еще раз говорю, ну, выбор здесь небольшой. Это же все здесь. То есть все равно, я же вам вначале сказал. Не, ну, сейчас маленькие не понимают, взрослые уже понимают. Расскажите про ваших детей, чем занимаются? Не, давайте я этот... Все в порядке. Я самое главное доволен, что они... Понимаете, человек, я это всем говорю, неважно, а я вот хочу, чтобы мой сын поступил туда или стал кем-то. Главное, чтобы он был нормальным человеком. Чтобы он, не дай бог, не пошел куда-то в это или еще куда-то. А остальное, все будет в порядке. Внуков чекаете? Чи вже є? Ну, завжди чекаємо. Чекаємо. Вже готові стати дідусем? Ну що, вже посидів, значить. Все добре. Да. Ви працювали на різних державницьких позиціях,
на різних посадах. Посадах державних. Так, і губернатором, і в адміністрації президента, і не лише і в партійних осередках, і так далі. Де була найважча робота? Де вам морально було найважче? Ні, ну, саме худша робота, яка була, це в адміністрації президента. Чому? Це, розумієте, треба розуміти правила ігри. Я не розумів правила ігри і до сих пор їх не розумію. Что там происходит, это вот эти кулуарные все эти, они для меня непонятны. Мне надо, мне участок работы определили, Кировоградская область. Пожалуйста, я там сделаю все, вам всем шик, все будет хорошо. Люди будут довольны, все будут довольны. Где ты находишься, где вот эти центры влияния, где здравого смысла не существует. Существует политическая целесообразность и все. Это не для меня. А найлегше де працювалося? Ну, от Кіровоградщина. Тобто, нельзя говорити... Всі дороги ведуть в Кіровоградщину. Да, нельзя сказати, що це було фізично легко, но це було... Це приносило удовольствие. Тому що був результат. Зважаючи на ваші публічні посади і те, що у вас завжди, в принципі, є своя позиція, свій характер, чи бувало у вас таке, що вам погрожували? Ну, звісно, було, да. Це було... Звісно ж, було. Тому що Как ни крути, ты находишься от твоей там, подписи или решения зависела судьба человека. Приходилось увольнять многих людей. Да? Приходилось там и возбуждались уголовные дела там, за возрастом. Было, всякое было. Спорт – це взагалі окрема історія у вашому житті. Вас дуже часто бачили на Кіровоградщині в спортивному костюмі на вихідний день. Ну, але якщо вихідний, зазвичай, або свято. Яке зараз місце він займає? Чим займаєтесь? Я вспомнив фільм этот, «Домашній арест». Рекомендую посмотреть. И там губернатор один надевал там спортивную форму, хоккейную еще, и фоткался специально, там делал постановочные фото. Нет, для меня спорт – это смысл жизни. Я мечтал играть в Донецком «Шахтере», футбол, тренировался, писал письма, чтобы меня взяли. Вот. А потом судьба так распорядилась, что я профессионально занялся баскетболом. Ну, и у меня нет проблем там, с игровыми видами спорта, и футбол, волейбол, и баскетбол, гандбол. Там и теннисом, и на стену, и так далее. То есть я хотел быть, я сам тренировался, и бегал, и у нас во дворе все были старше меня, я самый младший, поэтому я старался, тянулся к ним, и у меня получалось лучше. А зараз? Сейчас я больше, честно говоря, сейчас боюсь играть в эти контактные виды спорта, потому что... Безпека. Да, с молодежью поиграешь, и они же здоровые, да. Поэтому сейчас больше хожу, занимаюсь на тренажерах, там, пытаюсь подтягиваться, утром делаю, занимаюсь такой гимнастикой, зарядкой, суставной гимнастикой, которая полезна для здоровья. Ви сказали, що коли розпочався карантин, ви просиділи 3 місяці вдома. Да, відбули. Да. Чим займались? Здоровьем занимался по хозяйству, там, ложил там у себя там какие-то дорожки. Занимался здоровьем, занимался спортом. Ну, хотя, ну, телефон никто и связь не отменял, поэтому также было много коммуникаций, скажем, телевизионных, в том числе и Zoom придумали. Видите, еще по Zoom было чуть ли не каждый день. У вас приватный будинок? Нет, у меня дача. А, дача. Тварины есть? Есть тварины. Они такие, тварины, это две собачки дочери, но живут они чаще у нас, да. Собаки. А взагалі любите, так? Так, ніколи. Я вирос в своєму домі, у нас було полно котів, полно собак. Це бродячий кот, якщо матушка, воно добре підбирала, робила із нього, із плохого бродячого кота, красавця. Тому у нас їх було там кілька котів, кілька собак. Тому у нас кошек, у нас завжди було полно живності. Ви, в принципі, дуже комунікабельна людина. Вас багато знає людей, можливо, у вас багато друзів. У вас, до речі, багато друзів? Ну, друзья, вы знаете как, когда у тебя все хорошо, у тебя много друзей, когда не очень хорошо, друзей меньше. Я по жизни стараюсь не плодить врагов, а плодить друзей. Я считаю, что у меня в парламенте нет там врагов, все друзья, я считаю, потому что со всеми сохраняю отношения. Политика – это ерунда, человеческие отношения – это самое главное. Ну, если, например, в Фейсбуке вы останнім часом выкладываете посты, такая рубрика «Мій друг», так? Да, я давно это хотел сделать, да. И действительно, там, первые посты – это Павел Леонидович Штутман, там, Николай Сухомлин, Коротков Анатолий Егорович. Ну,
Ну, вот это вот, хорошее все-таки украинское слово – це постаті. Це постаті, которые сделали для Кировоградщини очень-очень много. И, к сожалению, вот тот кадровый… сейчас с кадрами очень плохо. Людей назначают или берут с улицы очень многих. Это не есть хорошо. А это люди, которые прошли школу, и этими людьми надо гордиться, что они есть. А от коли приїжджаєте до Кропивницького, з ким в першу чергу бачитесь? Та ви знаєте, у мене, я як приїжджаю, захожу там в партійний офіс, і потім мене так закручує, що буває, планую зустрітися з одним, вторим, четвертим, п'ятим, десятим, а список сокращається. Звісно, хочеться просто приїхати, походити, от, собираюсь їхати, ну, з цим карантином. Так. Ну, це ж, ну, просто жесть. Буває відчуття самотності? Ой, слушайте, такой кайф, когда тебе никто не звонит. Я с большим удовольствием, знаете, лег бы, вот просто сидел бы, ни о чем не думал. Потому что вечно в голове какие-то дурные какие-то мысли. То надо сделать, то. Я же говорил, она любит это, дураков она любит, работа. Подорожі, яке місце займають? Де крайній раз були? Де хотіли після карантину побувати? Ну, последний раз я був в Кореї, це було майже рік назад. Це була поїздка по парламентській поїздці. Ми успіли до карантину. З Ніколаєнком? Ну, а як же без Андрія Івановича? Куди ж, да. З Ніколаєнка, да. І не тільки. Вот. Поэтому ми були там, це моя очередная поїздка, по-моєму, вже 9-та, я вже не пам'ятаю, со счета збився. Слава Богу, успели, побыли в Корее, очень люблю Корею. И действительно было очень много проектов, и в том числе на Кировоградщине, и спикер Республики Корея, Андрей Иванович, он был в 2013 году осенью, и были большие инвестиционные программы, но, к сожалению, власть поменялась и свернулось много планов. А что хочете відвідати? Да, у меня один друг есть, который говорит, я этот, коллекционирую впечатления. Вот. Где больше стран? У меня один товарищ уже перевалил за 100 стран, в которых побывал. Да? Вот. Поэтому, конечно, хочется видеть новые места, это новое впечатление. Хотя все места, они, ну, все другое, все красивые. Мы иногда у нас не замечаем то, что там за границей видим. О, как, а у нас под боком это. Знаєте, я хочу вам задати запитання, з одного боку просте, але з іншого боку, от, я думаю, це те, що цікаво людям, звичайним людям. Про що ви мрієте? Не в плані Кіровоградщини, не в плані там, роботи чи політики, а от в людському плані. Цель – це мечта, яка повинна осуществитися в указаному сроку, знаєте. Я, чесно говоря, я не то, що мечтаю. Звісно, мечтаю, щоб не працювати, знаєте. Чтобы не работать, не сможете. Я имею в виду, это каждый человек. Ничего не делать, чтобы у тебя все было. Да? Так не получается. Конечно, хочется больше отдыхать, больше заниматься, там, вы правильно говорите, путешествовать, там, получать какие-то новые вражения. Впечатления. Да, вражение, гарное слово украинское. Але так не буває. І, ну, смотрите, еще раз. Сейчас я еще раз, я мечтаю о том и думаю о том, чтобы тьфу-тьфу-тьфу, скорее бы вот это все закончилось. Эта зараза, которая сегодня есть, которая не только несет вред здоровью на всей планете, но и экономически подрывает все. Аж, понимаете, куча людей сейчас опять останется без работы. Масса людей переболеют и останутся с осложнением. Вот я мечтаю, чтобы что-то было предпринято, или вакцинация, или какие-то другие меры, чтобы все-таки мы ушли от этого. Ну, это правда. А какие вот вы бачите меры? З боку влади, наприклад. Смотрите, окрім того, що там, знаєте, зачинити метро, чи там людей вдома. Я скажу вам так. Много мільярдів, я не пам'ятаю, скільки там мільярдів, 50 мільярдів було заложено на… Вони просто потеряні. Це біда. То есть за летний период можно было настроить, по крайней мере, нормальных больниц, где людей сегодня можно было определять, где можно было спасать, они не умирали бы дома. Да? Вместо этого они потратили кучу денег на дороги, нужное дело, но это не отсюда, да, и на всякую ерунду. Власть
опять же, новая власть, которая пришла, она занимается не людьми, а занимается сохранением власти и самопиаром, если коротко. То есть потеряно время, и это просто преступление. То есть во всем мире, вы помните, что делали? Из павильонов делали больницы. Да, это же очень просто. Взять из большого помещения, сделать отдельные стационарные там боксы и так далее. Перегородки, стеклопакеты или еще чего-то. Это все быстро делается. И все знали, и все предупреждали, что осенью будет обострение. Это естественно. Похолодание, это ОРЗ, это и так далее. Поэтому школы уже зачиняют на дистанционное проводить. Это только начало. Это только начало. Это ухудшение Дай образования. Бог, все швидко завершиться, щоб ми вже з нового року були здорові. Это о роли власти, которая должна заботиться. И почему сейчас у нас больше, не больше больных стало, а больше тестированных стало. Вот и все. Блиц. Готові? Ну, знаєш, куди ж? Я не встану, не уйду. Динамо чи Зірка? Ну, звісно, Зірка. Динамо чи Шахтар? Ну, звісно, Шахтер. Шахтер чи Зірка? Ну, звісно, Шахтер. Чому? А як же Зірка? Ви ж сказали, це Блиц, так? Да? Я можу об'яснити. Ні, я Шахтер болею вже з 6 лет. Поэтому... А для Зірки я зробив дуже багато, і в тому числі для того, щоб Зірка стала Зіркою. Хочу, щоб вона знову стала командою, яка грає в Прем'єр-лігі. Улюблена марка машини? Комфортна. На що ви здатні, коли ви злий або в поганому настрої? Я не знаю. Потім буду жаліти, але це... Хоча вже зараз... Это, ну, сейчас я уже, да, более спокойный. Раньше был... Вспыльчивый. Да, и остаюсь, но мудрость, она периодически берет верх, а периодически наоборот. А выбачення складно от просити? Знаете, если я действительно виноват, мне не сложно. А когда я не понимаю, что я виноват, это с детства я не могу сказать. Ну, ладно, извини, да, но это не то. А искренне это тяжело. Улюблена страва зранку? Зранку? Да, зранку я тоже такой. Я ем этот... Проще сказать, что я вообще люблю, да, и что можно. Я жареную картошку люблю, соленые помидоры. Это вкусно. Алкогольный напиток який? Алкогольные, все качественные алкогольные напитки, они хорошие в меру. И хорошее вино, и хороший коньяк. И все, что не в больших количествах и качественно, все можно потреблять. И всем рекомендую. Улюбленный колір очей? Ну, так как у меня. Скромно. Одним словом, для мене мама – це? Мама. Мама. Для мене батько – це? Це батько. Для мене Україна – це? Це страна, в якій я родився, яку я люблю, в якій я живу. І для мене Кропивницький – це? А я буду говорити не Кропивницький, а Кіровоградщина. Для мене Кіровоградщина – це моя вторая родина. Ви зараз щасливий від того, що ви маєте? Звісно, я думаю, що кожен чоловік, який себе почуває нормально, має бути щасливим, має те, що має. А от що ви маєте? Що робить вас щасливим зараз? Ти що для чоловіка? Чоловіка не так уже багато, що треба. Жилье є, є якась машина, є що поїсти, да? Є комфорт. Сім'я, є діти, є друзі, є робота, комфорт. Чоловіку не так уже багато треба. А это, кстати, карантин показал, что можно обойтись без того, без чего ты, казалось бы, не можешь обойтись. Я вам бажаю успіху, я дуже вдячна, що ви завітали. На жаль, час промайнув дуже швидко, я б ще записала з вами програми 3, як мінімум. Ну, давай, тему треба обрати якусь. Бажаю вам успіху і лише надійних людей поруч. І здоров'я. І здоров'я. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!